деревнях и селах Чувашии возрождается общественный институт «Старост». Законопроект, связанный с их деятельностью и статусом, сегодня рассмотрели на заседании Кабинета министров. В деревнях старосты были всегда, но законодательно назначаются впервые. Этот общественный институт самый близкий к народу. Староста всегда на передовой в решении сельских проблем. Для Чувашской республики это значимый институт. Мы говорили, что уже на общественных началах в населенных пунктах Чувашской республики работают более 1700 старост. Данный законопроект разработан также в связи с изменениями 83-го федерального закона от 18 апреля 2018 года. Соответственно, предусматривается изменение в закон Чувашской республики номер 55 в части организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения. Для старост планируется установить определенные права, например, на прием в первоочередном порядке. Право на получение информации, необходимой для работы, в том числе и по обеспечению безопасности жителей населенного пункта. Право по направлению обращений граждан в органы местного самоуправления. Для них предусмотрено специальное удостоверение. Старосты смогут пользоваться определенными льготами. В местных бюджетах надо будет заложить на это средства, либо предусмотреть другие варианты финансирования. Законопроект прошел общественное обсуждение и одобрен Кабинетом министров Чувашии. Спасибо, Сергей Петрович.